В федеральном исследовательском центре питания предложили добавить в потребительскую корзину россиян больше мяса, рыбы, творога и фруктов. Если инициативу одобрят, то продуктовый набор подорожает на треть. Содержание мяса предложили увеличить на 5%, рыбы на 16%, творога и яиц на 14%. Также эксперты просят добавить в корзину больше овощей и фруктов. В то же время специалисты рекомендовали сократить количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли. Диетологи обеспокоены увеличением числа россиян, страдающих от диабета и ожирения. Потребительскую корзину планируют обновить к 2021 году. Предложение уже направили в Минтруда.